отдельно совершенно, да, то есть вот это называется, стоит такая дивная система, ну, то есть дивные действия на обезоруживание, которые осуществляются топором. Да? Ну, понятно, что многие из них можно попробовать отработать, то есть сами принципиальные действия на работе той же самой пристани. Да? Но тем не менее, да, то, что у топора имеется вынесенный вперед, хорошо вынесенный вперед центр тяжести, да, и у него существует вот это. Да? Почти что перекладина, да? Вот, железка, да? Позволяет делать с ним многие вещи, которые трудно делать с другими видами оружия. Да? Вот. То есть вот у меня идет удар. Да? Вот. Вот такое вот, вот движение наработать нетрудно, да? То есть освоить его можно. Вот. В идеальном варианте, да, оно приходит вот сюда вот, да, оно приходит в рукоятку, да, оно приходит в запястье, да, с последующим вышибанием, да, зацепом за навершие, да, вот. Но даже если у нас удар пришел вот сюда вот, вот, да, что у нас происходит дальше? Задача зацепить, да, и вынести. И раз. Оп. Раз. Вот два. Раз. Вот оно движет. Дальше. Этим же движением делается, да, и оп, обезоруживание вот в этом направлении, да, вот, оп, вот, да, и оп. Попал нормально, нашел. Да? Был бы острый, был плохо.